участник обороны Москвы и Сталинграда, ветеран Великой Отечественной войны Кузнецов Геннадий Романович. Свое стихотворение в честь 50-летия нашего города посвящаю его жителям. Вспоминаю Крюкова. 41-й год. У деревни Крюкова мы пошли вперед. У деревни Крюкова был разгромлен враг. Из деревни Крюкова виден стал Рейхстаг. Там, где было Крюкова много лет назад, вырос целый город, наш Зеленоград. Это город памяти тем, кто пал в бою. За деревню Крюкова, родину свою. И в этом нашем городе все, кто в нем живет, будет помнить Крюкова и погибший взвод. Уважаемые ветераны, здравствуйте, дорогие гости. Добрый день, уважаемые зеленоградцы. Мы рады приветствовать вас на заключительном гала-концерте 10-го юбилейного Московского международного фестиваля армейской песни «Виват Победа!». Этот фестиваль знаменателен тем, что проходит в год празднования 50-летнего юбилея нашего города. Зеленоград – не только центр научно-технического прогресса, достойно прошедший свой полувековой путь, зеленоградская земля является священным местом великого подвига народа, отстоявшего столицу в суровом 41-м году и положившего начало победному ходу в Великой Отечественной войне. Как дань памяти этому событию возник наш фестиваль армейской песни. И вот он уже 10-й по счету посвящается нашему родному городу, Зеленограду. Мы поздравляем вас с юбилеем нашего города. Поздравляем участников и организаторов 10-го международного фестиваля армейской песни «Виват Победа» с 10-летним юбилеем. Поздравляем вас!
Сегодня на нашем фестивале присутствуют высокие гости. Генерал-лейтенант Башлаков Анатолий Александрович, начальник главного управления воспитательной работы Вооруженных сил Российской Федерации. Генерал-лейтенант Синайский Александр Сергеевич, секретарь Совета министров обороны стран-участников СНГ. Гаврилов Сергей Семенович, заместитель председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Генерал-майор Черных Юрий Митрофанович, атташе по вопросам обороны посольства Украины в Российской Федерации. Полковник Горбач Олег Михайлович, атташе по вопросам обороны, военный и военно-воздушный атташе посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. Майор Расулов Тофик Сулейманович, помощник военного атташе посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации. Подполковник Муртазаев Фархот Кахрамонович, военный атташе посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации. Полковник Макимов Ерлан Габдулинович, помощник военного атташе посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. Военные представители государств-участник СНГ. Генерал-майор Антонян Алексей Александрович от Республики Армения. Генерал-майор Танелиев Куманычбай Алтымышевич от Кыргызской Республики. Полковник Дроздов Олег Иванович от Российской Федерации. Подполковник Дастиев Махмудали Гуркакович от Республики Таджикистан. Московский международный фестиваль армейской песни «Виват Победа» проводится под патронатом правительства Москвы и при поддержке Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил Российской Федерации. Его учредители – член правительства Москвы, префект Зеленоградского административного округа города Москвы Смирнов Анатолий Николаевич. Департамент культуры города Москвы. Руководитель Худяков Сергей Ильич. Комитет общественных связей города Москвы. Председатель Чистяков Александр Васильевич. Департамент семейной и молодежной политики. Руководитель Гусева Людмила Ивановна. Центр народной помощи «Благовест». Президент Драгункина Зинаида Федоровна. В юбилейном фестивале «Виват Победа» приняли участие свыше 100 конкурсантов из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Украины, Таджикистана. Как и в предыдущие годы, проходила упорная борьба за право стать лучшим. Несомненно, каждый из участников достоин самой высокой оценки. Но есть все же лучшие из лучших, которыми отданы предпочтения нашего уважаемого жюри. Мы приглашаем на сцену победителей и лауреатов 10-го Московского международного фестиваля армейской песни «Виват Победа!». Награждение победителей и лауреатов на сцену приглашаются. Член правительства Москвы, префект Зеленоградского административного округа города Москвы, председатель оргкомитета фестиваля Анатолий Николаевич Смирнов. На сцену приглашается начальник Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Башлаков Анатолий Александрович. Заместитель председателя оргкомитета фестиваля, военный комиссар Зеленоградского административного округа города Москвы, полковник Юдахин Юрий Анатольевич.
секретарь Совета министров обороны государств участников СНГ генерал-лейтенант Синайский Александр Сергеевич. Заместитель председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Гаврилов Сергей Семенович. Председатель жюри фестиваля в номинации вокально-инструментальные ансамбли и группы и исполнители песен профессиональных авторов, заслуженный артист России, лауреат премии Ленинского комсомола, президент гильдии актеров кино России Борис Сергеевич Галкин. Председатель жюри фестиваля в номинации авторы-исполнители, член Союза писателей России, генерал-майор в отставке Куценко Виктор Павлович. Слово предоставляется префекту Зеленоградского административного округа города Москвы Смирнову Анатолию Николаевичу. Я от всей души приветствую участников, организаторов и гостей 10-го международного фестиваля армейской песни «Виват Победа». Очень, очень приятно в очередной раз увидеть такое количество самых близких друзей армейской песни, самых близких друзей Зеленограда. Это очень и очень приятно, поверьте. 10-й раз мы проводим международный фестиваль, год, который для города много значит, год юбилейный, год 50-летия города. За это время фестиваль снискал широчайшую популярность. За 10 прошедших фестивалей в нем приняло участие более 1800 конкурсантов, 217 исполнителей коллективов стали победителями и лауреатами этого фестиваля. В фестивале представлены музыкальные коллективы исполнителей всех родов войск российской армии, армии стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. В начале истории этого фестиваля мы ставили единственную очень простую задачу. В канун великого праздника Дня Победы объявить о нашей поддержке сохранения уникальных традиций армейской песни, которые какое-то время были утеряны. Мы хотели предоставить возможность исполнителям и профессионалам, и любителям дать возможность порадовать самих себя своим творчеством, посоревноваться и через выступления на площадках в Зеленограде порадовать прежде всего наших ветеранов, порадовать молодежь, которая в Зеленограде чтит и помнит подвиг отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны. Молодежь, которая на сегодня, на мой взгляд, как никогда настроена патриотично. Сейчас цели и задачи фестиваля для нас намного расширились. Мы, во-первых, способствуем тому, что растет профессиональный уровень исполнителей. И многие, начиная с нашего фестиваля, став лауреатами и победителями, ушли на большую сцену. И мы за них очень рады, очень ими гордимся. И еще одна великая цель в этом фестивале присутствует. Это объединение народов, объединение наших стран, которые когда-то, совсем недавно, были одной большой семьей, а сегодня разделены границами. И через музыку, через песни, через участие в таких конкурсах, на мой взгляд, народ между собой быстрее объединится, чем политики. Завершая сегодняшний фестиваль, я хотел бы пожелать всем участникам новых творческих успехов, пожелать благополучия в их ратных подвигах, в их творческих делах, здоровья им и их близким. И в канун великого праздника Победы низкий поклон вам, дорогие ветераны. Мы очень вас просим и очень хотим, чтобы вы жили долго, жили счастливо, а мы все, что нужно для этого, постараемся сделать. С праздником вас!
Слово предоставляется начальнику Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанту Башлакову Анатолию Александровичу. Уважаемый Анатолий Николаевич, уважаемые друзья, уважаемые ветераны, первое, мне хотелось бы вас всех поздравить с наступающим праздником, нашим любимым всенародным Днем Победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Идут года. Идут года, десятилетия, но все значимее становится победа нашего народа в этой войне. И все значимее становится эта победа не только для народа Советского Союза, России, но и для народов всей Европы. Эта победа коренным образом изменила судьбы многих стран и народов. И замечательно, что вот в преддверии нашего Дня Победы проводится 10-й международный конкурс армейской песни «Виват Победа». Мы всегда говорили и продолжаем говорить, что одним из основных источников победы в Великой Отечественной войне была именно дружба всех народов Советского Союза. Мы когда вспоминаем героев-панфиловцев, вспоминаем, что среди них были представители различных национальностей. Мы вспоминаем основные вехи Великой Отечественной войны. Мы всегда говорим о том, что среди них были герои всех наций, народностей, населяющих наше государство. И замечательно то, что сегодня в преддверии победы мы через песню объединяем воинов стран СНГ. Огромное вам спасибо, кто принял участие в этом конкурсе. Я, конечно, особо хочу поблагодарить Анатолия Николаевича как основного организатора. И мне понравились его слова, что мы этот конкурс с нашей земли никому не дадим. Анатолий Николаевич, мы всячески вам будем помогать и вас будем поддерживать. Мне бы хотелось лично поблагодарить Анатолия Николаевича, всех организаторов этого конкурса за проведение вот этого патриотического мероприятия армейской песни. Армейскую песню любили, любят и будут любить в нашем народе. Не только в России, но и в странах СНГ. Потому что эта песня прежде всего воспитывает патриотизм, любовь к родине. Она воспитывает в первую очередь нашу молодежь. А наша молодежь – это наше будущее. В заключение, уважаемые друзья, позвольте мне еще раз поблагодарить организаторов и вручить Анатолию Николаевичу. Анатолий Николаевич, вот здесь все слова самые хорошие. И вручить подарок от Министерства обороны, это гимн России, который был написан Александровым. Ансамбль Александрова в этом году исполняется в октябре месяце 80 лет, а Александров отметил совсем недавно 125-летие со дня рождения. Всех еще раз с праздником, Днем Победы, ну а нашему замечательному фестивалю долгих лет жизни. Виват Победа! Спасибо за внимание. Слово предоставляется генерал-лейтенанту Синайскому Александру Сергеевичу. Уважаемый Анатолий Николаевич, позвольте мне от имени Совета министров обороны государств-участников СНГ сердечно приветствовать вас в этот юбилейный для всех нас год, когда мы отмечаем 10-ю годовщину проведения этих творческих смотров, конкурсов. И не случайно, видимо, это совпало с 50-летием славного, очень красивого
города Зеленограда. Прежде всего, я хотел бы, Анатолий Николаевич, в вашем лице всех зеленоградцев поздравить, поблагодарить вас от имени всех министров обороны, 12 министров обороны государств-участников СНГ, вот за то доброе дело, которое все эти годы делали. Память об этом. Хочу, чтобы все время на вашем письменном столе стояла вещь, которая будет напоминать о нашей благодарности вам. Спасибо. Всех участников и гостей еще раз тепло поздравляю с Днем Победы. Желаю всем доброго здоровья, а исполнителям дальнейших творческих успехов. Спасибо. Слово предоставляется заместителю председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Гаврилову Сергею Семеновичу. Спасибо. Уважаемые товарищи, уважаемые боевые друзья, разрешите от имени Президиума управления Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане поздравить организаторов фестиваля, участников фестиваля «Виват Победа» с десятилетним юбилеем. Действительно, за эти 10 лет этот фестиваль для каждого автора, для каждого исполнителя патриотических песен стал тем мерилом, где он может действительно помериться своими силами, померить, что он создал, какое произведение он создал, и действительно оценить свой уровень исполнительского мастерства, своих произведений, которых он создал. И за эти 10 лет мы уже ощутили, что от Зеленограда, благодаря этому фестивалю, веет патриотизмом. 10 лет, как Зеленоградский фестиваль «Виват Победа» держит пальму первенства среди всех патриотических фестивалей. И это не просто слова, это действительно факт, который подтвердился в течение последних вот прошедших лет. И, конечно, мы очень благодарны префекту Зеленоградского округа города Москвы Анатолию Николаевичу Смирнову, другим организаторам фестиваля, участникам фестиваля за то, что они, вот этот дух патриотизма, дух воинского братства пронесли и повысили его, повысили уровень своего мастерства, своего творчества. И, конечно, этому фестивалю быть, и пусть он всегда будет, и именно здесь, вот как бы столица патриотической песни, пусть будет Зеленоград. Спасибо вам за то, что вот каждый год мы приезжаем сюда и видим здесь полные залы. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете нашу солдатскую, нашу патриотическую песню. И решите от имени Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане вот эту статуэтку, это копия того воина-интернационалиста, который, памятник воина-интернационалисту, который стоит на Поклонной горе, в знак благодарности вручить префекту Зеленоградского округа города Москвы Анатолию Николаевичу Смирнову за то дело, которое он здесь создал, которое поддерживает и которое будет вечно жить. Слово предоставляется председателю жюри фестиваля в номинации «Вокально-инструментальные ансамбли и группы» и исполнителей песен профессиональных авторов, заслуженному артисту России, лауреату премии Ленинского комсомола, президенту гильдии актеров кино России Борису Сергеевичу Галкину. Добрый день, уважаемая публика, дорогие зеленоградцы! Не подумайте, что эта майка – некая небрежность в моей одежде. Здесь эмблема фестиваля. Подводя итог своим впечатлениям от 10-го юбилейного международного фестиваля солдатской песни «Виват Победа», я пришел к убеждению и знаю точно, что все, кто работал на этом фестивале, со мной, конечно, согласятся. Этому фестивалю жить долго. И залогом тому, доказательством тому, безупречная, отличная работа организационного комитета, сделанная на совесть, дирекции фестиваля, четкое расписание, вовремя выполненные все необходимые по службам обязанности,
Поэтому в первую очередь я хочу от всего сердца поблагодарить оргкомитет и дирекцию фестиваля за безупречную работу. Спасибо вам большое. Спасибо. А хотелось бы мне сказать, наверное, о самом главном. Удивительная атмосфера фестиваля. Почему богатые впечатления? Здесь царит, по-настоящему царит творчество, душа, правда и любовь к родине. И во многом этот фестиваль – это еще некая дань любви и благодарности нашим воюющим воинам. Вот я абсолютно точно знаю, что каждый воевавший боец, который принял участие в этом фестивале, или тот, который получает подарочный компакт-диск, он наполняется чувством радости, сердце его наполняется чувством радости и надежды. Это очень важно, чтобы воины наши, возвращаясь с войны, попадали в атмосферу любви, желанности, расположения и абсолютной поддержки. Поэтому фестиваль делает не только потрясающе творческое, очень интересное дело, он еще делает очень важную работу, чтобы мы не растеряли любовь друг к другу. А на мой взгляд, это самое главное. С наступающим праздником Великой Победы! Начинаем церемонию награждения. Специальные дипломы лауреатам фестиваля за укрепление и развитие творческого содружества вручает заместитель председателя оргкомитета фестиваля, военный комиссар Зеленоградского административного округа города Москвы, полковник Юрий Анатольевич Юдахин. В номинации «Вокальные» вокально-инструментальные ансамбли и группы награждается. Вокально-инструментальный ансамбль «Высота», город Новомосковск, Тульская область, Россия. Вокально-инструментальный ансамбль «Гелиос», поселок городского типа Березово, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Россия. Вокальная группа «Гвардейский голос», город Минск, Республика Беларусь. Авторы-исполнители награждаются. Юрий Шишкин, город Москва, Россия. Артур Вишенков, город Ярославля, Россия. Вячеслав Кулешов, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Россия. В номинации «Исполнители песен профессиональных авторов» награждается Аганес Айвазян, город Ереван, Республика Армения. Николай Гурьяновский, город Нижневартовск, Тюменская область, Россия. Диплом лауреата третьей степени вручает заместитель председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Гаврилов Сергей Семенович. Диплом лауреата третьей степени в номинации «Вокальные, вокально-инструментальные ансамбли и группы» награждаются ансамбль «Ватан», город Душанбе, Республика Таджикистан. Дуэт «Ак-Берен», город Астана, Республика Казахстан. В номинации «Авторы-исполнители» награждается
Евгений Сироткин, город Нижний Новгород, Россия. В номинации исполнителей песен профессиональных авторов награждается Аймана Сметова, город Астана, Республика Казахстан. Анастасия Кожевникова, город Саратов, Россия. Диплом лауреата второй степени вручает секретарь Совета министров обороны государств участников СНГ генерал-лейтенант Синайский Александр Сергеевич. В номинации «Вокальный» вокально-инструментальный ансамбль и группы награждается вокальная группа «Колорит», город Ярославль, Россия. В номинации исполнителей песен профессиональных авторов награждается Светлана Неретина, город Мурманск, Россия. В номинации авторы-исполнители награждается Андрей Сухой, город Минск, Республика Беларусь. Диплом лауреатов первой степени вручает начальник главного управления воспитательной работы Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Башлаков Анатолий Александрович. В номинации «Вокальный» вокально-инструментальный ансамбль и группы награждается вокальный секстет «Одиссей», город Одесса, Украина. В номинации «Исполнители песен профессиональных авторов» награждается Алексей Трофимов, город Нижний Новгород, Россия. В номинации «Авторы-исполнители» награждается Андрей Лященко, город Санкт-Петербург, Россия. В связи с тем, что Андрея вызвали на службу, диплом лауреата первой степени был вручен ему вчера жюри и оргкомитетом фестиваля. Андрей Лященко! Гран-при вручает член правительства Москвы, префект Зеленоградского административного округа города Москвы Смирнов Анатолий Николаевич. В номинации «Вокальный» вокально-инструментальный ансамбль и группы награждается вокальная группа «Фемида», город Владимир, Россия. В номинации «Исполнители песен профессиональных авторов» награждается Анатолий Антоненко, город Минск, Республика Беларусь. В номинации «Авторы-исполнители» гран-при получает Елена Шевчик, город Минск, Республика Беларусь. Памятные подарки победителям и лауреатам фестиваля предоставлены префектом Зеленоградского административного округа города Москвы, департаментом культуры города Москвы, управами района Матушкино-Савелки, Крюково, Панфиловского, Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Оргкомитет выражает благодарность меценатам фестиваля, закрытому акционерному обществу «Алан-Зет», фирме «Никор-Н», фирме «Валента». Информационную поддержку фестивалю оказывают телеканал «Звезда», окружная газета «Зеленограда-41», зеленоградский журнал «Альфия»,
Альманах культурной жизни округа Зеленоградская палитра. Газета «Красная звезда». Уважаемые зрители, приглашаем к микрофону префекта Зеленоградского административного округа города Москвы Смирнова Анатолия Николаевича. Я вышел к микрофону для того, чтобы объявить о закрытии фестиваля. Но прежде чем это сделать, я хочу сказать слова благодарности всем тем, кто сегодня отметил и уровень проведенного фестиваля, уровень организационной работы. Сказал добрые слова в адрес зеленоградцев. Чрезмерно много слов было сказано и сувениров вручено мне. Поэтому, чтобы восстановить справедливость, я напомню, что в числе организаторов у нас все больше и больше наших соратников, друзей, партнеров. Прежде всего, Министерство обороны Российской Федерации. Это Совет министров обороны государств СНГ. Это вот вывешенные баннеры напоминает Департамент культуры города Москвы, Комитет общественных связей города Москвы, Департамент семейной и молодежной политики города Москвы, Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане, Центр народной помощи «Благовес» и многие-многие другие, кого только что вот ведущие со сцены вспомнили добрым словом. Давайте поблагодарим их и их поприветствуем. Ну а сейчас 10-й международный фестиваль армейской песни «Виват Победа». Объявляю закрытым. Приглашаю всех через год на 11-й фестиваль. А сейчас гала-концерт. Просим почетных гостей занять свои места в зале. А также просим всех участников и победителей конкурса приготовиться за кулисами к началу гала-концерта. We'll be right back.
программу гала-концерта открыла армейская пляска в исполнении танцевального коллектива Центрального ансамбля песни и пляски пограничных войск ФСБ России. Художественный руководитель и балетмейстер, народный артист России Геннадий Минх. Начальник ансамбля полковник Андрей Капралов. А в продолжение гала-концерта победитель 10-го юбилейного фестиваля «Виват Победа», обладатель гран-при, полковник Анатолий Антоненко, Республика Беларусь. И все-таки мы победили. А было вначале солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. А мы покидали свои города, и в них оставалась душа навсегда. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. Ушанки чернели на алом снегу, и губы немели на том берегу. На том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. За каждой спиною был свой Сталинград, и в мерзлых траншеях ни шагу назад. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, та соль возвращения, как мед на губах. На том берегу, на том берегу, где мы были. И сколько бы нас не осталось в живых, жив голос погибших друзей боевых. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили! И сколько бы нас не осталось в живых, жив голос погибших друзей боевых. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. И все-таки, и все-таки, и все-таки мы победили. Продолжает программу гала-концерта обладатель гран-при 7-го международного фестиваля армейской песни «Виват Победа» Дмитрий Гордеевцев, Нижний Новгород. Баллада о солдатских дорогах. Через долгие годы, сквозь дожди и снега, у солдата дороги лишь вперед на врага. И шагают солдаты, не согнется спина. На плечах автоматы, за плечами,
за плечами, за плечами страна. Плечах автоматы, за плечами, за плечами страна. Как не вспомнить, ребята, дней минувшей войны? Над отцовской хатой не поют соловьи, не развешены вербы, все сгорело дотла, и солдатское сердце боль в душе обожгла. Свешены вербы, все сгорело дотла, и солдатское сердце боль в душе обожгла. И солдатское сердце боль в душе обожгла. Мы пройдем все, что надо, пусть же помнят враги. Дым, огонь Сталинграда, ярость Курской дуги. И шагают солдаты, согнется спина. На плечах автоматы, за плечами, за плечами, за плечами страна. И шагают солдаты, и согнется спина. На плечах автоматы, за плечами, за плечами, за плечами страна. Продолжает наш концерт вокальная группа «Колорит город» Ярославль, дипломант второй степени 10-го международного фестиваля армейской песни «Виват», победа с песней «Фронтовой вальс». Лето в парке заиграл аккордеон. В вальсе старом кружит пара, в орденах она и он. А вокруг бушует ярко предпоследний майский день. Рядовой и санитарка в кирзачах, но держат марку, и пилот крень. Я узнал вас, вы, Людмила, под Москвой спасли меня. Я вас, Коля, не забыла, вместе вышли из огня. А вокруг бушует ярко предпоследний майский день. Рядовой и санитарка лихо кружат между танков, и
выходи, кому не лень. По машинам! И расстались снова в пол, таков приказ. Где бы вы не затерялись, я найду, Людмила, вас. А вокруг бой вспыхнул жаркий, нет спасения врагам. Рядовой и санитарка, и в бою держали марку из победой по домам. Подмосковье на Приволье заиграл аккордеон. В вальсе старом кружит пара, в орденах она и он. А вокруг бушует ярко наш победный светлый май. Рядовой и санитарка сединой, но держат марку, кружит Люду Николай. Победный светлый май, рядовой и санитарка сединой, но держат марку, кружит Люду Николай. Спасибо. На сцене обладатели спецдиплома 10-го фестиваля «Виват Победа», группа «Гелиос», город Ханты-Мансийск. Вася Василек. Что ты, Вася, приуныл, голову повесил, ясно очи замутил, хмуришься не весел. Прибалкой, шуткой, бой, поживал, дружочек, что случилось вдруг с тобой, Вася Василечек? Ой, милок, ой, Вася Василек. К лицу бойцу кручина, место горе не давай. Если даже есть причина, никогда не унывай. Место горю не давай, никогда не унывай, не унывай. Бить врага вопрос другой, шуткой веселее. Нет письма, дорогой, думушки темнее. Письмица не депеток, почта не приносит. Понимаешь ли, браток, ласки просит. Ой, милок, ой, Вася Василек. Эх, не к лицу бойцу кручина, место горе не давай. Если даже есть причина, никогда не унывай. Место горю не давай, никогда не унывай, не унывай. Что ты, Вася, друг большой, зря себя так мучишь. Если любит всей душой, весточку получишь. Не захочет написать, значит, позабыла, значит, надо понимать, вовсе не любила. Ой, милок, ой, Вася Василек. Не к лицу бойцу кручина, место горе не давай. Если даже есть причина, никогда не унывай. Место горю не давай, никогда не унывай, не унывай. Прижимай к плечу плечо, дружба остается. Если сердце горячо, девушка найдется. Нынче больно, не тужи, завтра твой денечек. Выше голову держи, Вася Василечек. Ой, милок, ой, Вася Василек. Не к лицу бойцу кручина, место горе не давай. Если даже есть причина, никогда не унывай. Место горю не давай, никогда не унывай, не унывай. Продолжает наш концерт обладатель спецдиплома Аганес Айвазяна, город Ереван, Армения. Ты же выжил, солдат. Ты
пролетели года, отгремели бои, отболели от моя с раны твои, но далекому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Выжил солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер на сердце ладонь и в глазах, как в лучах, отразился огонь? Говорят, что не плачет солдат, он солдат, и что старые раны к ненастью болят. Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть на смерть стоял. Почему же ты замер на сердце ладонь и в глазах, как в ручах, отразился огонь? Посмотри же, солдат, это юность твоя. У солдатской могилы стоят сыновья. Так о чем же ты думаешь, старый солдат? Или сердце горит, или раны болят. Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть на смерть стоял. Почему же ты замер на сердце ладонь и в глазах, как в лучах, отразился огонь? И в глазах, как в лучах, отразился огонь. Дорогие друзья, продолжает программу нашего гала-концерта председатель жюри фестиваля, заслуженный артист России, лауреат Ленинской премии, президент гильдии актеров России Борис Галкин. Спасибо большое. Меня уж вы сильно повысили, лауреат Ленинской премии. Ленинского комсомола, все гораздо скромнее. Мое выступление будет кратким. Я прочитаю короткие стихи и спою короткую песню. Первое стихотворение, это стихотворение посвящается ветеранам Великой Отечественной войны. Отцы и матери, седые ветераны, в российском сердце стонут ваши раны. Вы жили по высокому уставу. Спасибо за отвагу, честь и славу, за беспощадный ратный труд. Спасибо! Когда вас смерть безжалостно косила, вы поднимались с новой дерзкой силой. Спасибо, что живете вы сегодня. Спасибо, что страна моя свободна. Спасибо, что грядущие жизни беды отступят перед памятью победы. А эта песня написана от имени моего отца и посвящается моим родителям, маме и папе, когда они были молоды и воевали. Папа в пехоте, а мама на санитарном поезде. Всю войну они не видели друг друга.
Здесь, в окопах войны, редкий голос тишины шепчет о любимой. В поле желтые цветы, есть на свете я и ты. Пули свищут мимо. На войне, как на войне, есть команда к бою. Думай, думай обо мне, береги собою. На окраине села птица гнездышко свела, о любви запела. У пернатых мастериц нет ни гнева, ни границ. До войны нет дела. На войне, как на войне, есть команда к бою. Думай, думай обо мне, береги собою. Здесь в окопах война, и такая весна, небо голубое. Ты себя сбереги, ведь не знают враги, что я жив тобою. Помни, помни обо мне, береги собою. На войне, как на войне, есть команда к бою. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Две березки у дороги, две солдатки одиноки. Солнце село за село, только им не весело. В доме ходики с кукушкой, да не смятые подушки. На скамейке у ворот никого гармонь не ждет. Грустят березки у крыльца, и ни словца, ни письмеца. И на двоих одна беда, полынь да лебеда. Грустят березки у крыльца, и ни словца, ни письмеца. И на двоих одна беда, полынь да лебеда. Две березки у дороги, две печальные сестренки. Словно свечечки стоят, ждут с войны своих солдат. Никого на белом свете, лишь один гуляка ветер. Ветки тоненькие гнет, до прохода не дает. Грустят березки у крыльца, и ни словца, ни письмеца. И на двоих одна беда, полынь да лебеда. Бабье лето улетает.
окне не гаснет свет, а любимых нет и нет. Грустят березки у крыльца, и ни словца, ни письмеца, и на двоих одна беда, полынь да лебеда. Грустят березки у крыльца, и ни словца, ни письмеца, и на двоих одна беда, полынь да лебеда. В свете дня спустился гнев на землю Божий, и встал солдат, взял автомат и прошептал: помилуй Боже. Жене сказал: молись и слез не лей, прости за все и жди. Ты только жди. Все мы умираем за отчий дом.
композицию «Жди меня» исполнили лауреаты 9-го фестиваля «Виват Победа» группа «Девчата», руководитель-композитор Олег Сорокин и участники балетной студии «Грация», а также лауреат 5-го фестиваля подполковник Андрей Нагиленко, город Зеленоград.
открыла второе отделение гала-концерта «Матросская пляска» хореографическая группа Центрального ансамбля песни и пляски пограничных войск ФСБ России. Художественный руководитель и балетмейстер, народный артист России Геннадий Минх. Начальник ансамбля полковник Андрей Капралов. А сейчас на сцену выйдет обладатель гран-при 8-го фестиваля «Виват Победа» ансамбль «Морская душа», город Северодвинск. Песня называется «Глубина». Среди равнин и морей есть немало путей, чтоб проверить мужчину сполна. Многим страх не указ, но немногих из вас измирает свой мир глубина. Кто-то может сказать, ни к чему рисковать, ведь отпущена жизнь нам одна. Но сильнее и сильнее манит смелых людей глубина, глубина, глубина. Вряд ли это поймет тот, кто любит комфорт, кому дорог лишь личный покой. А подводник на всех делит воздух и хлеб, и друзей заслоняет собой. А как хочется всплыть, лица солнцу открыть, надышаться ветрами сполна. Но приказ есть приказ, если выбрал вас глубина. И полярных с него седина. Снова в дальний поход вас сегодня зовет глубина, глубина, глубина. Снова в дальний поход ансамбль «Морская душа», гран-при 8-го фестиваля армейской песни «Виват Победа». А продолжает наш гала-концерт Наталья Черных, город Москва, обладатель гран-при 8-го фестиваля армейской песни «Виват Победа». «Тот день». Сегодня песни слышатся военные, и сердце наше трогает сейчас. Старые поем и современные, и песни эти дороги для нас. Сражались наши прадеды и дедушки за то, чтоб жизнь продлилась вновь и вновь. За синенький платок любимой девушки,
за родину, за веру, за любовь. Тот день, когда приходит благодать, ждем, чтоб раствориться и летать мы пьем. Чудесный воздух той любви, кто может время и стать, ну хоть на время, нормальными, любимыми людьми. Я так скажу, друзья, вам все случается, бывает и чернеют небеса. Пусть только наши песни не кончаются и не угаснет вера в чудеса. Ведь есть на этом свете вещи вечные, которым изменяться не дано. Об этом забываем мы, беспечные, но песни нам напомнят все равно. Тот день, когда приходит благодать, мы ждем, чтоб раствориться и летать мы пьем. Чудесный воздух той любви, где можем сбросить бремя и стать, ну хоть на время, нормальными, любимыми людьми. Тот день, когда приходит благодать, мы ждем, чтоб раствориться и летать мы пьем. Чудесный воздух той любви, где можем сбросить бремя, где можем стать на время нормальными, любимыми людьми. Продолжает наш концерт обладатели гран-при 10-го фестиваля «Виват Победа» группа «Фемида», город Владимир. Песня называется «Долг и честь». Что такое боль? Ты в пьесе жизни выбрал для себя нелегкую роль. Приходится тебе друзей терять, жестоки принимая боль. И каждый раз в нелегкий спор вступать с самою судьбой. Ради жизни и ради мечты каждый день без усталости ты поединок с неправдой вступаешь опять. Долг и честь эту службу вести, быть преградой у зла на пути, ради правого дела собой рисковать. Не раз людей спасая от беды, опасность видя в двух шагах, себе преодолеть был должен ты сомнения и страх. Лишь только тот, кого нельзя согнуть, способен мир от зла спасти. Ты сам однажды выбрал этот путь и должен идти. Ради жизни и ради мечты каждый день без усталости ты поединок с неправдой вступаешь опять. Долг и честь эту службу нести, быть преградой у зла на пути, ради правого дела с собой рисковать. Каждый день без усталости ты поединок с неправдой вступаешь опять. Долг и честь эту службу нести, быть преградой у зла на пути, ради правого дела собой рисковать.
ради правого дела собой рисковать. Алексей Трофимов, город Нижний Новгород, лауреат первой степени 10-го фестиваля. Желающие потанцевать вальс? Привет, мы не виделись целых 5 лет. Зайду, ты наденешь тельняшку, берет, и вместе поедем мы в парк городской, чтоб встретиться с нашей десантной братвой. Сорван лист календаря, месяц август, день второй. Песни праздникам горя, кружат птицы над рекой. От беретов станет пусть парк как небо голубым. Позабудем беды и грусть, наливай, поговорим. Серега, браток, ты совсем стал седой, слегка располнел и роскошный оборос бородой. А вспомни Афган и далекий погром, засады, бои, марш-броски по горам. Цвета неба, цвет погон, не тяжелые в учебке. Наш десантный батальон, где народ собрался крепкий, там в огне атак лихих стали мы на жизнь взрослей. Вспомним, сколько и каких мы теряли там друзей. Помянем мы их, постоим, помолчим, и третью до дна пусть лежат, и земля пухом им. Сверкнувшие слезы утрем рукавом, а после для них наши песни споем. Пусть виски забелены, пусть года летят стрелой, мы навек породнены нашей дружбой боевой. Пусть обходят стороной и минуют беды нас. В месяц август, день второй, мы станцуем этот вальс. Пусть виски забелены, пусть года летят стрелой, мы навек породнены нашей дружбой боевой. Пусть обходят стороной и минуют беды нас. В месяц август, день второй, мы станцуем этот вальс. Еще раз вас всех с праздником! Обладатель гран-при 5-го фестиваля «Виват Победа» Дмитрий Юрков, город Москва. Птицы.
Майская луна ночью, где-то вдалеке гром, на печи забит дочь, а под лавкой дед в лом. В мышеловке спит сыр, сытая храпит мышь. На моей земле мир, в общем-то все гладь да тишь. А над заливом, над Персидским, там, где пепел и зола, пролетали тетки птицы из Рязанского села. Будут им лягушки квакать, а на утро в тишину всем болотам горько плакать от рассказов про войну. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Соловьи в садах, ах, лучики зари в такт, а в лесу полно птах, не до песен им, брат. Из тепла чужих стран, сквозь больной войны дым, вырвались они к нам, не до соловьев им. Над заливом, над Персидским, там, где пепел и зола, пролетали тетки птицы из Рязанского села. Будут им лягушки квакать, а на утро в тишину всем болотам горько плакать я, рассказов про войну. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. На охоте был дед, слышал птичий тот рев, вынул из мешка хлеб, дошвырнул ружье в ров. Бабка на него в крик, душу на куски рвет. А старик с тех пор сник, каждый день стервец бьет. Вдалеке гром, на печи сопит дочь, а под лавкой дед в лом. В мышеловке спит сыр, сытая храпит мышь. На моей земле мир, вроде бы все гладь, да тише. Спасибо, всем удачи. А в продолжении концерта обладатель гран-при 6-го фестиваля Татьяна Сиротина, город Москва, с песней «Ожидание».
Ты возвращаешься чужой, но что вернулся, слава Богу, тебя и сердцем, и душой я отогрею понемногу. Верну покой и тишину, и накопившуюся ласку. Теперь все фильмы про войну, теперь все фильмы про войну напоминают тебе сказку. Почему разлука мне от срочки? Где надежды тоненькая нить? И нельзя горячие все точки слезами ожидания залить, слезами ожидания залить. Ожидание тот же бой, разлука боли пострашнее, больные мысли чередой, день ото дня становятся смелее. Среди людей всегда одна, мой мир тобою околдован. Опять в стране идет война, опять в стране идет война. А ты туда командирован. Почему? Продолжает наш концерт обладатель гран-при этого 10-го фестиваля «Виват Победа» Елена Шевчик, Беларусь. Речка життя. Ты бачишь, як зорное небо плыве над землей. Немного для счастья потребно, я сгодна с тобой. Каб мы не хворели николи и мирно жили. Каб люди в военных погонах жыццё берагли. Тяче речка життя, речка тяче. Калі марыш, тады жывецца лягчэй. Калі плачаш, усё здаецца журбой. Калі кахаеш, святло заўсёды з табой. Як сонце встає, починається день. Нам нельга з тобой сумовать, ніколи не день. Каб щастя зауважить, прошу, не заплющвай вачей. Со мной погляди, як пригожа речка тяче. Тяче речка життя, речка тяче. Калі марш, та ты живеться лягче. Усё здаецца журбой. Калі касаеш святло, то всё ты с тобой. Тяче речка життя, речка тяче. Калі марыш, тады жывецца лягчэй. Калі плачаш, усё здаецца журбой. Калі касаеш святло, то всё ты с тобой.
Лауреаты 10-го фестиваля дуэт «Ахберен», Республика Казахстан, с песней «Шалкыша». Шубалан күрік шубар алай, шапқан аттай заулай мінде. Жанығын оттай қаулай мінде. Не қылған мен бір күнім, болдыраған таудай мін. Не қатқысқан шау болса. Арасында панарына, мен ақмауыр келдірған ел. Әдемі басқан аяғыңа, қарасын өзің жеткісіза. Шылмайып жатқан даламыңа, оң тарапқа жеткісіза. Ұсында бауыр заманыңа. Екен атқан жайығыңа кеңсе басқан аяғын шығыстың көшме жеріндей ұлайлатып тамағына сөйлемеймін мен неге қашанамда мен өзім сары шатылған баламын сөйлесіп сөзді табамын көпшілік сөйле дегеніне мүдірмеймін жөнсізге тегіне-тегін білгеніме алдыңа төгіп саламын алдыңа төгіп саламын Жасаламан, жақсы қасырыны жасырыман, жаман қасырыны басырман, ей. Мені бір шапқан жүйрік атей, бір күсілсен бұзылман. Өтірсің жалған өтірсің, тінселе басып кетерсің. Қашанға жетер бақи күн, бағанда бір күн жетерсің. Сол себептен селекеймін, несіне маған естірсің. Ойымда қызып барады, желі пілдесем қолайды. Ойымда қызып барады. Десем болмайды бір алла деп домбырым келтірмесем болмайды кетер күндей кенелім көсіп-көсіп алмасам ей өтелердей көмейім ол көсіп-көсіп алмасам домбырамды қолға алып әріде бері салмасам өтеді күндер өтеді бір қарасам болмайды шалындаған жастығым бүгіні барда ертеңді шырқамасам болмайды Сейчас на сцену выйдут лауреаты первой степени 10-го фестиваля «Виват Победа». Группа «Одиссей», Одесса, Украина. Песня называется «Казак». Казак степом по підхутірцем зустрів дівчиноньку верба вельце. Дівчинонька люба, гарна як весна. Дай же мені руку, стань мені жона. Не піду, козаче, навіть і не клич. Бо твій батько вітер, мати темна ніч. Рідний брат цикони, що йде у слід. А сестриця бурка, от і весь твій рід. Вибиває в полі вітер гопака. Ой, нелегка доля, доля козака. Вибиває в полі вітер гопака. Ой, нелегка доля, доля козака. За
плаче, ти не проси, щоб не змарнувати ніжної краси. Бо життя з тобою згіркне, як палить, адже твоя хата у степу курінь. Вимиває полі, вітер лопата, ой, нелегка доля, доля козака. Вимиває полі, вітер лопата, ой, нелегка доля, доля козака. Шабля та ото і все. Милий мій козаче, весняний розмай, зичу тобі щастя, з Богом прощавай. Милий мій козаче, весняний розмай, зичу тобі щастя, з Богом прощавай. Вимиває в полі вітер гопака, ой, нелегка доля, доля козака. Вимиває в полі вітер гопака, щаслива доля козака. Вимиває в полі вітер гопака, ой, нелегка доля, доля козака. Вимиває в полі вітер гопака, хай буде щаслива доля козака. А в продолжении гала-концерта лауреаты 10-го фестиваля армейской песни группа «Ватан Республика Таджикистан» с песней «За честь России». Как далеко отсюда до России, но здесь стоят над бурною рекой твои заставы, и с ней Россия, мир охраняя и храня покой. Далекий пяч, хорок, мургав московский, вы вписаны в историю страны. За честь твою мы вновь стоять готовы, твои, Россия, верные сыны. Мы здесь учились мужеству и братству, мы здесь учились жить и выживать. За честь России и свою сражаться, а коль случится, то и погибать. Далекий пяч, хорок, мургав московский, вы вписаны в историю страны. За честь твою мы вновь стоять готовы, твои, Россия, верные сыны. Сквозь наши души пролегли как шрамы твои река, крутые берега. Сюда нас позвала не жажда славы, а трудная солдатская судьба. Далекий пяч, хорок, мургав московский, вы вписаны в историю страны. За честь твою мы вновь стоять готовы, твои, Россия, верные сыны. Спасибо за друзей, что я имею, за все за то, что есть в моей судьбе. Спасибо вам, товарищи по службе, и группа пограничная тебе. Далекий пяч, хорок, мургав московский,
Вы вписаны в историю страны. За честь твою мы вновь стоять готовы. Твои, Россия, верные сыны. Спасибо. Спасибо. Я с огромным удовольствием приглашаю на эту сцену лауреатов фестиваля «Виват Победа» дуэт «Фарам», Республика Таджикистан. Великому Омар Хайяму посвящается. Много лет тому назад жил на свете человек, но, увы, его уж нет. Был великий он поэт, миру подарил Восток сотню славных мудрецов. Вечно будем помнить мы славу дедов и отцов. Омар Хайям, Омар Хайям, Омар Хайям, Омар Хайям. Людям разум нес добро и стихов восточных свет. Четверостишие его оставляет добрый след. Шелестит осенний сад там, где вечно спит поэт. Будем помнить Рубая и еще много тысяч лет. Омар Хайям, Омар Хайям, Омар Хайям, Омар Хайям. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من. هست از پسی پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتاد نه تو مانی و نه من. За мгновением мгновение и жизнь промелькнет, пусть веселье мгновение это блеснет. Берегись, ибо жизнь это сущность творения, как ее проведешь, так она и пройдет. Омар Хайям, Омар Хайям, Омар Хайям, Омар Хайям, Омар Хайям. Дуэт «Фарам». Спасибо. Дин
دلم رو بردی میدونم عشقم فشردی میدونم دلم رو بردی میدونم عشقم فشردی میدونم چشماری مستد للم پرستد دلم به دستت میدونم چشماری مستد للم پرستد دلم به دستت میدونم تو هر جا باشه و خاری نبینی عصاب به پرستاری نبینی نمیدانی چی درده در دل من دل آزارم دل آزاری نبینی تو هر جا باشه و خاری نبینی عصاب به پرستاری نبینی نمیدانی چی درده در دل من دل آزارم دل آزاری نبینی دلم را بردی میدانم و عشقم فشردی میدانم دلم را بردی میدانم عشقم فشردی میدانم چشماری مستد للم پرستد دلم به دستت میدانم چشماری مستد للم پرستد دلم به دستت میدانم نگاه پر شراره با آن لبخند بهتر از عباره تو را من یافتم در عالم عشق الا ای بخت ای عمری دوباره با آن هر یک نگاه پر شراره با آن لبخند بهتر از عباره تو را من یافتم در عالم عشق الا ای بخت ای عمری دوباره دلم رو بردی میدانم و عشقم فشردی میدانم دلم رو بردی میدانم عشقم فشردی میدانم چشماری مستد للم پرستد دلم به دستت میدانم چشماری مستد للم پرستد دلم به دستت Спасибо огромное. Да здравствует фестиваль «Виват Победа». Да здравствует дружба народов Таджикистана и России. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. А сейчас я хочу пригласить на сцену обладателя уникального голоса Николая Буриновского, город Москва, лауреат 10-го фестиваля армейской песни «Виват Победа». Русская народная песня «Выйду на улицу». Дорогие друзья, я желаю великого счастья и процветания нашей многонациональной стране, великой России, с праздником! И давайте эту песню споем все вместе! Выйду на улицу Девки гуляют, и мне верят.
їх матушка родная, дай воды холодной. Сердце моё прямо кидает в жар. Раньше я гулял в зелёном саду, думал, на улице век и не пойду. Под вечер аж пятки горят, ноженьки резвые тряски хотят. Выйду-ка на улицу, к деткам пойду, голосом звонким я им подпою. Эх, матушка, слышишь, соловушка поет, а там под горою блеск идет. Детки голосистые звонко поют, и доброму молодцу спать не дают. А! И доброму молодцу спать не дают. А! Спасибо. Спасибо! С праздником! Сейчас на сцену выйдет ансамбль «Девчата», лауреат 9-го фестиваля «Виват Победа», город Москва. Песня называется «Зеленоградский паренек». Эту песню руководитель ансамбля, композитор Олег Сорокин, написал специально для этого юбилейного 10-го конкурса «Виват Победа». Посвящается юбилею, дню рождения нашего города и всем зеленоградским паренькам. Ансамбль «Девчата». Пойдемте, девочки, на танцы, ночь разожжем погорячей. И спать не будем мы, иностранцы, кадрить не станем москвичей. Мне их любви совсем не надо, скажу вам, если не вдомек. Из городка с Москвою рядом мне приглянулся паренек. Паренек, паренек! Зеленоградского парнишку
А в продолжении гала-концерта ансамбль «Русь», город Москва, гран-при 5-го фестиваля армейской песни «Виват Победа». И так стою у жизни на краю, но лик ее и в этот миг прекрасен. И если ты со мной, мой друг, согласен, бессмертью жизни жизнь отдай свою. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так равны жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, Москвой волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так равны жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, Москвой волне и в яростном огне. И в яростном, и в яростном огне. А если ждут нас годы впереди, и в час беды не смолкнет песня эта, пусть будет много в ней тепла и света, до края жизни с песнею дойти. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, морской волне и в яростном огне. И в яростном огне. Нам все дано, поступок, мысль и речь, и только это в нашем мире властно. Утратить жизнь, чтоб жизнь была прекрасна, своей жизнью жизнь увековечь. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, морской волне и в яростном огне. Как жили мы, борясь и смерти не боясь, так отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, в морской волне и в яростном огне. И в яростном огне. Продолжает наш гала-концерт обладатель гран-при 6-го фестиваля «Виват Победа» ансамбль «Авангард», город Мытищи. И песня называется «Через 100 лет». Уходят годы, уходят люди, а с ними войны, хаос и борьба. Что через век с тобой Россия будет? Какая сторожит тебя судьба? Какая сторожит тебя судьба? Через 100 лет, какой ты, Русь, пристанешь? Я верю, что не дашь себя сломать. Ты сильный никогда не перестанешь, а мудрости тебе не занимать. Я не пророк, далек от предсказаний, я тот, кому дано тебя любить. Перед лицом небесных наказаний я все равно готов тебе служить. Я все равно готов тебе служить. Через 100 лет какой ты, Русь, пристанешь? Я верю, что не дашь себя сломать. Мы сильны никогда не перестанешь, а мудрости тебе не занимать. Через 100 лет
через 100 лет. Какой, какой ты, Русь, предстанешь? Я верю, что не дашь себя сломать. Быть сильным никогда не перестанешь, а мудрости тебе не занимать. Через 100 лет, какой, какой ты, Русь, предстанешь? Я верю, что не дашь себя сломать. Быть сильным никогда не перестанешь, а мудрости тебе не занимать. Спасибо. Лауреат фестиваля, член жюри Александр Левский, город Рига, Латвия. Авторская песня «День рождения». Рождения, горечи и правды в день рождения, того, что не сбылось в день рождения, счастье, слез и славы. Вы знаете, я сегодня проснулся, посмотрел в окно. Великолепный солнечный день. Но какая-то мысль, она сквозила сегодня, весь день, до концерта. Что-то я забыл сегодня, что-то забыл сделать. Непонятно, что же все-таки. И в конечном итоге оказалось, сегодня же день рождения Зеленограда и фестиваля. День рождения, радости и грез. День рождения, горечи и правды в день рождения, того, что не сбылось в день рождения Зеленоградского фестиваля. С днем рождения, фестиваль! С днем рождения, Зеленоград! Спасибо большое.
Дорогие друзья, мне особо приятно представить вам наших следующих специальных гостей. Приветствуйте. Московский мужской хор «Пересвет». Художественный руководитель Дмитрий Юденков. Московский хор «Пересвет». Спасибо. Дорогие друзья, в преддверии нашего великого майского праздника мы хотим спеть для вас еще одну песню, которая называется «Военная застольная». Редко друзья нам встречаться приходится, но уж когда довелось, вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Ну-ка, товарищи, грянем застольную, выше стаканы с вином. Выпьем за родину нашу привольную, выпьем и снова нальем. Выпьем за родину нашу привольную, выпьем и снова нальем. Выпьем за русскую удаль кипучую, за богатырский народ. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот. Встанем и чокнем
наполнимся кружками, стоя мы в братстве друзей боевых. Выпьем за мужество павших героями. Выпьем за славу живых. Выпьем за мужество павших героями. Выпьем за славу живых. Обладатель гран-при первого московского фестиваля армейской песни «Виват Победа» группа «Форпост», город Москва, солист, заслуженный артист России Александр Демидов. А поле боя держится на танках, взревут моторы и сверкнет броня. По грязи, по врагам полустанков прорвут любую линию огня. И дрогнет враг от танковой атаки, рубеж непроходимый будет наш. По сотни грамм из запыленной фляги за танк родной поднимет экипаж. И за Урал, седой Творца Победы, танкисты не забудут помянуть. Пускай без нас скучают лазареты, приказ получен, завтра снова в путь. Уходят танки, стройные колонны, уходят танки в ковылях сухих. И над землей от битвы раскаленной зорницы звонко провожают их. А танк он не за звезды на мундире, под Прохоровкой ранен был в бою. Спасибо тебе, Т-34, за боевую молодость мою. Приказ получен с песни под тальянку, танкисту эх, закат или рассвет. Ведь поле боя держится на танках, и по-другому не бывает, нет. Ведь поле боя держится на танках, и по-другому не бывает, нет. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Знаете, буквально 10 дней назад мы принимали участие в праздновании 85-летия Центрального спортивного клуба армии и исполнили эту песню, которая звучала и в том числе... Так, Татьяна, выходи. Солист ансамбля «Форпост», лауреат гран-при Зеленоградского фестиваля и прочих вместе с нами. И старший лейтенант начинала с сержантов. Эта песня для вас о Красной Армии, о всех тех, кто служил, будет служить, о всех тех, кто однажды принимал присягу в Советском Союзе. И ваши руки нам помогают. Черный барон, снова готовят нам царский трон. Но от тайги до британских морей к
Красная армия всех сильней, так уже красная сжимает лазна. Слышь, к мозоли, стай рукой, и все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой. И все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой. Красная армия, марш, марш вперед, Реввоенсовет нас в бой зовет. Ведь от тайги до британских морей красная армия всех сильней. Так пусть же красная сжимает властно свой штык мозоли, стой рукой, и все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой. И все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой. Мы раздуваем пожар мировой, и старый мир сравняем мы с землей. Ведь от тайги до британских морей красная армия всех сильней. Так уж и красная сжимает властно свой штык в мозоли, стой рукой. С отрядом флотских товарищ Троцкий нас поведет на смертный бой. С отрядом флотских товарищ Троцкий нас поведет на смертный бой. Так уж и красная сжимает властно свой штык в мозоли, стой рукой, и все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой. И все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой. С праздником! Ваш форпост! А сейчас на сцену выйдут обладатели гран-при 7-го Московского международного фестиваля армейской песни «Виват Победа» группа «Лидер», Центр спасательных операций особого риска «Лидер», спецназ МЧС России, город Видное, Московской области, попурри на тему песен Великой Отечественной войны. На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной обнят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там живут и песня в том порукой, нерушимой дружною семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Мы друзья, перелетные птицы, только быт наш одним не дорож. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. А почему? Потому, потому что мы пилоты. Небо наш родимый дом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Что с тоскою в пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд. Мы решили, друзья, не влюбляться, даже в сам красивый девчат. Потому, потому что мы пилоты. Небо наш родимый дом. Первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом. Первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом.
Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, суровый и дальний поход. А волны стонут и плачут, и бьются о борт корабля. Простая в далеком тумане рыбачи, родимая ваша земля. Растая в далеком тумане рыбачи, родимая наша земля. Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой. Идем мы в смертный бой за честь родной страны. Пылают города, охваченные дымом. Гремит в седых лесах суровый бой. Боевые артиллеристы ставят на приказ. Артиллеристы зовет отчизна нас. Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину огонь, огонь. Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину огонь, огонь. Через реки, горы и долины, сквозь пургу огонь и черный дым. Мы вели машины, обещаем мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, мы дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Эх, помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Эх, помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Путь от нас Берлин, между прочим, был, друзья, нелегок и не скоро. Шли мы дни и ночи, трудно было очень. Но баранку не бросал шофер, и путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Вот и отзвучали песни 10-го Московского международного фестиваля армейской песни «Виват Победа». Но мы не допускаем мысли, что песни, прозвучавшие сегодня, еще раз не взволнуют наши сердца. Сердца наших дорогих ветеранов, которым песня помогала выстоять в суровые годы войны. Сердца молодых солдат, несущих армейскую вахту в современных российских войсках. Поразительная способность песни впитать в себе определенное состояние человеческого духа, вместить в себя и историю страны, и трепет чувства людского. А всего-то делов. 3-4 рифмованные строчки, да нехитрая мелодия. Не поэтому ли вся наша жизнь связана с песней в суровые годы и в радостях? В буднях и праздниках песня остается с человеком. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. От винта. Звезды вдаль плывут по синим рекам. Утром звезды гаснут без следа. Только песня расстается с человеком. Песня верный друг твой навсегда. Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой. Песни ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой.
песня не прощается с тобой. Наши песни носим сердце с колыбели, с песней всю. И все вместе! Через годы, через расстояния, на любой дороге в стороне любой. Песню ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой. Песню ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой. Блюдный хомат! Попробуем! Все вместе, друзья мои! Люди, холод, песня нас с тобой согреет, жаркий полдень будет, как вода. Кто песни слушать не умеет, то главный режиссер фестиваля Раиса Каленова. Режиссер-постановщик Владимир Кочинов. Вели программу гала-концерта Мария Кочинова. И Денис Адамов. До свидания, до встречи на 11-м Московском международном фестивале армейской песни «Виват Победа!»